волосистой девчонкой, и заводною была, как юла. Бабкины песни певала я звонко, было слыхать из другого села. И приходил даже с дальней деревни, чтобы послушать мой голос народ. Народная артистка России, народная артистка Республики Мордовия, лауреат государственных премий, кавалер Ордена Славы, почетный гражданин Республики Мордовия Александра Куликова. Добрый вечер, дорогие друзья! Поверьте, это не дежурная фраза. Сегодня вы у нас в гостях, мы у вас в гостях. А в гости ходят самые добрые и дорогие друзья. И мы постараемся, чтобы вечер этот был добрый, чтобы у вас было замечательное-замечательное настроение. Но это зависит не только от нас, это зависит и от вас. Мы друг друга подпитываем энергией и хорошим настроением. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас праздничная встреча, потому что каждая встреча зрителей с этой выдающейся артисткой, легендарной певицей – это самый настоящий праздник. Гордость нашей российской культуры, прославляющей наследие и мордовского народа по всей нашей необъятной земле. Александра Николаевна обладает удивительной трудоспособностью. Написала книгу «Я песней радость подарю», пишет стихи и музыку, выпустила авторский сборник песен. Каждое значимое событие в нашей республике и России Александра Николаевна активно отражает в своем творчестве.
а благодарный зритель и, конечно, руководство нашей республики глубоко ценит ваш творческий трудовой вклад. Если кто не знает, родилась наша знаменитая Александра Куликова в селе с символичным названием Куликовка Рузаевского района. Район Макшанский, и воспитывалась Александра Николаевна, конечно, в первую очередь на мордовских и русских песнях. Звучит песня Александры Куликовой на стихи Василия Родькина «Эрика Баба». Thank you.
Александра Куликова. Детский образцовый хореографический коллектив «Юность». Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина». Вот это дороже всяких званий. Любовь зрителя для артиста – самое главное. Спасибо, мои дорогие. Сразу после школы Александру Николаевну пригласили в этот легендарный ансамбль. И проработала она там 21 год. Это так, Александра Николаевна? Да, там прошли мои самые лучшие творческие годы. И я была долгое время, на протяжении всей работы, ведущей солисткой ансамбля. И надо сказать, что Москва мне дала народную артистку России. Хотя я и не была народной Мордовии еще. Я благодарна Москве и московскому руководству Министерства культуры. Поэтому спасибо, Марина. Начало было... О, спасибо, какой шикарный букет. Спасибо, спасибо. Александра Куликова. Спасибо. Зритель поднимает артиста, И я обожаю своего зрителя, и даже всегда, перед выходом даже думаю, я люблю вас, милый зритель, мой кумир и вдохновитель. И выхожу с большой любовью к зрителю и получаю, какая-то у нас взаимное какое-то духовное обогащение. Когда я закончила школу, конечно, мама очень хотела, чтобы я поступила в университет. Она мне всегда говорила, успех был в самодеятельности, и я уже мечтала на сцене, это естественно, конечно. У нее самой великолепный был голос, и она где-то меня понимала, но тем не менее хотела, чтобы я училась в университете. Но тем не менее я все-таки настояла и пришла в Мордовский государственный ансамбль песни и танцев «Марина». Меня очень хорошо заняли в программе, потом... отправила в Министерство культуры Мордовской ССР в студию эстрадного искусства. Там, конечно, была я у великолепного педагога Эрны Петровны Януса, народной артистки Российской Федерации. Конечно, мне очень повезло. Распределили по баянистам певиц. Я попала к нему, и он молодой человек, и я начинающая певица. Судьба нас свела, можно сказать, сцена соединила. Когда организовался наш коллектив, долго думали над названием. Хотелось, чтобы это, во-первых, красиво звучало со сцены. Хотели вначале назвать «Варма», «Ветер», но что-то на этом не остановились. А вот назвали «Лайме» — это первоцвет, в переводе это «черемуха» на мордовский язык. Конечно, кого не радует цвет черемухи, да и само название «Лайме», потому что даже перекликается с прибалтийским. И на этом остановились, и не жалеем, очень красиво звучит. Много, но самая дорогая награда, конечно, теплый прием зрителей. Жизнь как песня. Королевская основа. К счастью привыкают не спеша. Если запоет вам Куликова, песня разольется, как душа. Раньше ведь ездили мы по 3-4 месяца в вагонах, напряженная жизнь такая, Сибирь, Камчатка, Магадан. И в вагонах, представляете, нервы не выдерживают. Иногда люди сцепятся за кулисами там о чем-то. Начинает там какая-нибудь дама, подходишь и говоришь, не надо быть медицинской эмблемой, что ты,
наклоняешься над ядом, брызжешь. Вроде и не обидишь сильно, и человек сразу становится не по себе, вытихомиривается, там что, не надо быть медицинской эмблемой. Грим для некрасивых, репетиции для бездарных, там, ну, вот эти хохмочки такие. Или вот анекдот вот актерский очень интересный такой, встречаются две актрисы. Вот одна другую спрашивает: вы как у вас дела, как вы себя чувствуете, вообще как жизнь? А другая ей отвечает: вы знаете, я вас ничем порадовать не могу, у меня все хорошо. Эта фраза такая, она очень утвердительная такая, за, несмотря на. Но у этого выражения есть продолжение, не для камеры. Я подам тебе ладони и свое сердце навсегда. Каждый человек индивидуум, каждый человек разный. И, конечно, очень важно, чтобы директор был, понимал нас, чтобы был творческой личностью еще плюс к хозяйственнику. Я очень вспоминаю добрейшим словом, да не только я, все вспоминают добрейшим словом Серкина Николая Федоровича. Знал, за что отругать, знал, как помочь, знал, как поддержать. И видел вот это творческий, вот мое, я сейчас ведь работаю как автор-исполнитель, при его руководстве я начала творить, начала писать песни, потому что, когда я принесла, он говорит, надо попробовать на зрителей. Зрителей не обманешь, он лучше всякого худсовета. Вот сейчас зал у нас пустой, да? Но я хочу сказать, чтобы зал был пустой только на репетициях. Скоро у нас в республике предстоит чемпионат. И мы с волнением ждем это, вот это мероприятие. И хочется пожелать, чтобы нашему руководству удалось достойно провести это мероприятие. Но мы уверены, так оно и будет. А мы не подведем. Наша жизнь, отражение, чтобы не Акапулько, а я джага-джага, там какая-то страшная, накрашенная, не накрашенная, понимаете, вот эта пустота, которая через неделю уже забытая будет, а нужно песни петь такие вот, чтобы, знаете, за сердце, до сердца дошло. Дорогие мои, я хотела бы вас ознакомить с своей первой авторской песней. И она посвящена, конечно, самому дорогому человеку, каждому из нас. Это маме. Мама подарила нам жизнь, подарила судьбу. Это самый надежный человек. Это самый преданный человек. Я сейчас буду исполнять, а вы мысленно, каждый, перенеситесь к своей милой мамочке. Музыка и стихи Александры Куликовой «К маме». Если плохо тебе, если больно в груди, ну а что ты и сам не поймешь, только к маме любимой своей приходи, там свое утешение найдешь. Она дверь широко распахнет пред тобой, скажет: здравствуй, сынок, проходи. И как в детстве прижмешься своей головой ты к ее похудевшей груди. Стол накроет она, сядет рядом с тобой, будет рада тебя угостить. Как живешь, мальчик мой? Что с тобой, дорогой, не забудет она расспросить. А вот с ней можешь ты обо всем говорить, у нее отогреться душой. Кто бы ты ни был, но все же для мамы родной,
никогда ты не станешь большой. Будем мам наших милых покрепче любить, окружать теплотой и добротой. Буду чаще у Бога о главном просить, чтоб подольше жила ты со мной. А еще дай им Бог никогда не болеть, чтоб в глазах их не гасли огни. Мамы будет песни веселые петь, чтоб почаще смеялись они. Чаще смеялись они, что почаще смеялись они. Очень приятно. Значит, от сердца к сердцу дошла песня. А сейчас сменим настроение, хочу подарить песню, веселую, задорную русскую народную песню, которая называется «Ванюшка мой». Соборчик, плотик, шиновала, коновала, овчинники, пистовала, побоч, кузнецы, все монах, черницы, да ребятушки молодцы. Шиновала, коновала, овчинники, поставала, поповичку, кузнецы, все монахи, черницы, да ребятушки молодцы. Овчинники поставал, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы, да ребятушки молодцы. Все! Александра Куликова! Спасибо! Офицеры России! Офицерское братство, офицерская честь, святы в армии русской были, будут и есть. На крутых переломах в лихолесье войны офицеры России, вы надежда страны. На крутых переломах в лихолесье войны офицеры России, вы надежда страны. Вы от витязей русских, от питомцев Петра, нет, не канула в вечность славы русской пора. Этой славе великой и присяге верны
офицеры России, честь и гордость страны. Этой славе великой и присяге верны. Офицеры России, честь и гордость страны. Не сгладится память, боль минувших утрат, о погибших в сражениях обелиски скорбят. В скромных братских могилах спят России сыны. В эполетах, погонах дремлет совесть страны. В скромных братских могилах спят России сыны. В эполетах, погонах дремлет совесть страны. Медь оркестра и знамя в нас волнуют сердца генерала Седова, лейтенанта юнца. Только жаждут не боя, а для всех тишины. Офицеры России, честь и гордость страны. Только жаждут не боя, а для всех тишины. Офицеры России, честь и слава страны. Офицеры России, вы надежда страны. Офицеры России, вы надежда страны. Говорят, значит, на ваших песнях мы выросли. А вот эта песня меня как офицера МВД вообще выпрямила. Да, вот. Это замечательно. В этом наше назначение. И мне очень приятно, что зал встал. Это самая высокая оценка для артиста. Спасибо вам великое, мои дорогие. Александра Николаевна, вас приехала поздравить ваша коллега и подруга. Заслуженная артистка России Валентина Сабанцева, город Москва. Встречайте. Красота. Песня называется, песня, которую написала Александра Николаевна, «Любовь земная». Замечательно, Валечка, успехом. У нас зрители отличные, успех будет. Моя любовь, любовь и моя земная со мной простилась где-то на пути. Я думала, за ней придет другая меня от одиночества спасти. Моя любовь над памятью кружится, как раненая птица над землей. Моя любовь, и ей не повторится, ей никогда не встретиться со мной. Я думала, за ней придет другая, и снова буду с нею я сильна. Но только лишь с годами поняла я, что в жизни у меня любовь одна. Одна любовь, как жаль не быть на вместе с тем, кто был самым близким, родным. Как той рябине, что поется в песне, не пошептаться с дубом молодым. Thank you.
моя любовь, как родничок в пустыне, звала меня в палящей тишине. Моя любовь, как солнце в небе синем, так жарко согревала сердце мне. И пусть она не знает продолжения, и пусть она, как верба, цвела, я шлю судьбе свое благодарение за то, что у меня любовь была. И пусть она не знает продолжения, и пусть она, как верба, цвела, я шлю судьбе свое благодарение за то, что у меня любовь была. Я шлю судьбе свое благодарение за то, что у меня любовь была. Спасибо Александре Николаевне за такую прекрасную песню. Это просто чудо. Александра Николаевна, я услышал первый раз это по радио на улице. И были такие котлы большие, это которые у нас в домах были. Вот впервые тогда я услышал, когда Александра Николаевна пела. Ну, а если брать во внимание с большой трибуны, то я работаю, будучи, наверное, возвратившись после консерватории в Саранск, я руководил самодеятельностью. И однажды предоставилась возможность, когда государственный ансамбль песни «Танцы Марин» поехал в зал Чайковского, это, наверное, первый всесоюзный конкурс был. И вот я там услышал Александра Николаевна, когда она исполняла колыбельную песню. Когда зал Чайковского, вот это, как сказать, шквалом аплодисментов был, и встречала ее нашу вот как раз певицу Александру Николаевну. Мы поехали в зал Чайковского. Вот. Она пела сольные свои песни, запевы пела, но она получила гран-при. Вот после этого она получила народную артистку России. Ей большое спасибо, Александре Николаевне. Может быть, меня никто бы и не заметил, если бы не она, потому что она меня все-таки учила. Спасибо ей. Ну, с Александрой Николаевной Куликовой мы, конечно, работали с самого основания коллектива. Это с 94 года прошлого века. Вот. Много историй таких, которые не для широкого обсуждения. Был какой-то концерт в маленьком деревенском клубе. То ли предвыборная кампания, то ли что. И клуб такой, где мы переодевались, маленькая комнатка, лестница наверх, и там дверь, в которую дал, собственно, выход на сцену. Уже объявляет конференсье, там со всеми регалиями Александра Николаевна. На сцене Александра Николаевна, Александра Куликова. И вдруг выясняется, что дверь на сцену закрыта. Каким образом вытащили, в общем-то, какую-то щель сделали, да? И Александра Николаевна протиснулась туда, вылетела, соответственно, на сцену, как во всеоружие, как в порядке, но человек выполнил свой долг. В итоге оказалось, что дверь открывалась просто в другую сторону. Человек должен был просто успеть на свое выступление. И она это сделала. Как право. Профессиональный подход к работе. К зрителю опаздывать нельзя. Легендарные слова Александры Николаевны, что уважительная причина неявки на концерт – только смерть. Приехали мы на концерт в Атюрьево. Все ребята, танцоры, хор пошли у нас по своим делам. Мы сидим с Александрой Николаевной в гримерке. И вдруг она говорит: «Женя, дай листочек и ручку». Под рукой ничего не оказалось, кроме салфетки. Я подумала, что случилось? А оказывается, пришла песня внезапно, неожиданно. И она сложилась в замечательную песню, которая называется «К маме». Вот так творческие люди пишут свои произведения.
Еще я хочу сказать, что Александра Куликова – это бренд. Это артист и человек с большой буквы. Музыка Александры Куликовой, стихи Николая Лунина. «Спой, Соловушка» поет заслуженная артистка Республики Мордовия Евгения. Спой, Соловушка, песню сердечную над любимою ивой густой. Пой про радость мою бесконечную и про родину милую пой. Здесь черемуха белая, стройная, своей красотой одарила меня беспокойная, безупречной своей красотой. Вдаль аукали зорьки вечерние, где я с миленьким встречи ждала, да подруженьки милые верные про любовь. Ночами играла гармоника, не давала спокойно нам спать. Лишь утрами красивая зоренька провожала тихонько в кровать. Спой, Соловушка, песню сердечную над любимою ивой густой. Пой про радость мою бесконечную, про любовь мою нежную пой. Пой про радость мою бесконечную, про любовь мою нежную пой. Спасибо, огромное спасибо авторам за такую красивую песню. Музыка Александры Куликовой, стихи Василия Родькина. «Твоя раваня». Театр песни Росичи, встречайте. Субтитры сделал DimaTorzok.
10 лет Александра Куликова выступала в составе ансамбля «Лайми», одновременно являясь его создателем и художественным руководителем. Коллектив был удостоен звания лауреата премии «Комсомола Мордовии». Александра Николаевна, в то время, это 80-е годы, в репертуаре «Лайми» было больше песен про родину или про любовь? Про любовь к родине. И лирические песни, и шуточные. И, вы знаете, программа была очень разнообразная. И зал просто ликовал. Поэтому и вскоре, просто вскоре коллектив получил премию Ленинского комсомола. Ну, в принципе, почти как и сейчас, о любви к родине. Главное, чтобы на наших концертах не было скучно. Музыка и слова Александры Куликовой «Пусть грусть исчезнет». Обожаю лирические песни. Это исповедь души. Дымятся сумерки густые, заря за речкой отцвела. Ты мне скажи слова простые, чтоб я поверить им смогла. Пусть сердце радостно застонет, пусть грусть исчезнет без следа, и я подам тебе ладони и свое сердце навсегда. Твое сердце навсегда. Скажи мне ласковых два слова, верни утерянный покой. Я без тревог пойти готова, хоть на край света за тобой. Пусть сердце радостно застонет, пусть грусть исчезнет без следа, и я подам тебе ладони и свое сердце навсегда. И я подам тебе ладони и свое сердце навсегда. Без этих слов мне жить так сложно, без этих слов грущу до слез. Ты мне скажи их осторожно, да так, чтоб ветер не унес. Пусть сердце радостно застонет, пусть грусть исчезнет без следа, и я подам тебе ладони и свое сердце навсегда. И я подам тебе ладони и свое сердце навсегда. Александра Куликова! Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. На сцене Александра Куликова и ансамбль «Казачьи песни и пляски Разгуляй».
высокая, а по этой травушке, муравушке проскакал удалый молодец. А по этой травушке, муравушке проскакал удалый молодец. Проскакал на сильном вороном коне, конь копытом искры высекал, а лихая песня, песня казака разносилась по ночной степи. А лихая песня, песня казака разносилась по ночной степи. Музыка и слова Александры Куликовой. Саранск – любимый город. Поет заслуженная артистка Республики Мордовия Оксана Глебова. Мы любим тебя, ты нам дорог. Здесь вместе мы дружно живем. Красивый и сказочный город, который Саранском зовет. Сияют улыбки на лицах от наших спортивных побед. Мордовии нашей столица, жемчужина добрых надежд. Пусть ветер поет тебе песни, тебя обновляют года. Имя ты с честью, будь городом счастья всегда.
перемены приедут к нам скоро. Мы ждем этой встречи, друзья, спортивный прекраснейший город. Наш город любви и труда. Пусть ветер поет тебе песни, тебя обновляют года. Саран, носишь имя ты с честью, будь городом счастья всегда. Желаем мы все тебе вместе, будь городом счастья всегда. Саранск, любимый наш город, будь городом счастья всегда. Оксана Глебова. Спасибо за удачную песню, Александра Николаевна. Спасибо, друзья! Александра Николаевна – это актриса, у которой нам надо очень многому учиться. И мне вот вспоминается один случай. Дело было на гастролях. Это был последний концерт в этот период. И, как всегда, этот концерт бывает, скажем так, его принято называть «зеленым». У нее есть одна песня. Мигули, а мне бы про любовь. Ну, она ее с воодушевлением исполняет, смотрит в зал, все, зал на нее. И вдруг она, потом уж она рассказывает, смотрю, все с таким оживлением смеются. Она поворачивается, а рядом с ней стоит наш водитель Евгений Батяев, одетый в свою робу, в которую он ремонтирует автобус. Черный берет, раскрашен как Рэмбо, ну типа он ремонтировал. И вот с таким вот, вот с таким гаечным ключом. Она же элегантно к нему повернулась. Все это, понимаете, обыграла. А песня такая, она, значит, там, вот ко мне и комбайнер приходил, тракторист. И в конце фразы. Ну, трактор ведь тоже умеет гудеть. Ну, Женечка тоже все красиво сделал, обыграл, встал перед ней на колено и торжественно подарил ей огромнейший гаечный ключ. Александра Николаевна элегантно приняла этот гаечный ключ. А он ей еще какие-то стихи прочитал, что-то там вот, от всего сердца. Но это до такой степени было изумительно. Зал ликовал. Просто ликовал, понимаете? Вот, и они очень красиво под бурю аплодисментов, просто бурю, ушли в кулисы. Вот так вот, в высшей степени артистизм. Понимаете, что бы ни случилось на сцене, бровью не поведет. Все должно идти, как говорится, на успех. Браво! Это человек с большой буквы, большой профессионал своего дела. Она всегда поддержит трудную минуту. Рассмешите, Александра Николаевна, я думаю, что может всех, даже если это не такой смешливый человек, так скажем, она все равно может его рассмешить. Буквально недавно она нам загадала такую загадку. Что главное в танке? Но я не буду говорить сейчас отгадку, я думаю, что вы сами подумаете, обмозгуете и ну, узнаете. Она частенько говорила после каких-то моих сольных выступлений, что это высший пилотаж. Ну да, это так и было, я не придумал это. Мы с Александром Николаевной очень часто ездим на гастроли, и нам так всегда весело. У нас никогда не бывает тишины ни в гримерной, ни в транспорте.
Александра Николаевна, это кладезь анекдотов, каких-то историй, которые, в принципе, в жизни не могут произойти, но с ней происходили всю жизнь. И она такие анекдоты всегда нам рассказывает, а с изюминкой, которую на камеру рассказать нельзя. Что мне нравится в работе с Александрой Николаевной, это всегда собранность, знание своего дела, высокий профессионализм. Лауреат государственной премии Республики Мордовия, ансамбль «Девчата», музыка и слова Александры Куликовой. Ты поверь! Расцвела у калитки красиво калина, за рекою цветы разукрасили луг. Ты меня не испытывай, не шли мне послания через руки друзей, через руки подруг. Ой, калина расцвела на диво, признайся мне в любви своей, чтоб стала я счастлива. Домовками письма послания не ищи тайных встреч в переулках села. Ты поверь, мой единственный, любовь моя верная, как калина весной для тебя расцвела. Мне в любви своей, чтоб стала я счастливой. Ой, калина расцвела на диво, признайся мне в любви своей, чтоб стала я счастливой. Поверь, мой единственный, любовь моя верная, как калина весной для тебя расцвела. Ой, калина расцвела на диво, признайся мне в любви своей, чтоб стала я счастливой. Ой, калина расцвела на диво, признался он в любви своей, чтоб стала я счастливой. Ансамбль «Девчата». Огромное спасибо автору. С праздником! Александра Николаевна, вот 55 лет творческой деятельности, да? 55 лет на сцене. Как это вообще? Поделитесь секретом. Ну, во-первых, надо родиться одаренным человеком. Очень много трудиться, учиться у профессионалов. Не обращать никакого внимания на недоброжелателей, понимаете? Есть и такие на нашем пути. И очень любить зрителя, дарить частицу сердца, а может, всю себя дарить зрителям. Я тоже люблю и попеть, и люблю поесть. Еще люблю, кстати, рыбачить. Как вы насчет с рыбалкой на «ты», нет? Рыбалка не мое. Я все больше ягодки, грибочки. Это неплохо, на природе. Чтобы отдать. Александра Николаевна, я так и подумал, что именно так вы ответите на мой вопрос, потому что вас пришла поздравить
ваш грибной компаньон, коллега, преподаватель Чамзинской музыкальной школы Татьяна Липатова. Встречайте. О, это замечательный да человек. Да она не одна, конечно же, а с баяном. Аплодисменты. Необыкновенный человек, добрейший, гостеприимнейший. Ну, моя замечательная подруга. Побольше бы таких. Александра Николаевна, я так счастлива, что вы у меня есть. Огромное вам спасибо. Я вас очень люблю. Давайте споем. А давайте все вместе. Я смотрю, у вас прекрасное настроение. А песни-то мы поем не муси-пуси, а вот известные, любимые, прошлые. Взять такую песню, и о любви, и о судьбе, и чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе, и чтоб никто догадался, что это песня о тебе, что это песня о тебе, что песня посред улетела, кого-то за сердце брала, рощу заманила, кого-то в поле увела, кого-то в рощу заманила, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела, кого-то в поле увела. И чтоб у клуба заводского или у далекого села от этой песни замирая девчонка милого ждала. Девчонка милого ждала, девчонка милого ждала. И чтобы он ее дождался, прижался к трепетным губам, и чтоб никто не догадался, о чем я плачу по ночам, и чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, о чем я плачу по ночам, о чем я плачу по ночам. Спасибо, спасибо, моя дорогая. Татьяна Липатова, Александра Куликова. Александра Николаевна, ну а сейчас для вас еще приятнейшие гости. На сцену приглашаются ваша дочь
Татьяна и представители руководства санатория «Ундоры», город Ульяновск. Мамочка, мы тебя очень-очень любим. Поздравляем с юбилеем. Желаем много-много здоровья. И от нашей семьи, от семьи твоей внучки Натальи, от правнучки Виктории мы дарим тебе путевку в твой любимый санаторий. Там тебя ждут всегда. Спасибо преогромное. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, мои золотые. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну и, конечно, я же говорю, что воспела я замечательный курорт Ундоры. Послушайте, у меня в песне все сказано, как я отношусь к этому санаторию. Как хороши здесь волжские просторы, и Волга наша матушка-река. А в санатории с именем Ундоры лечиться едут к нам издалека. Ундоры, 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 курорт вам здесь и санаторий. Что хочешь, себе выбирай. Расслабься, лечись, отдыхай. На берегу песчаный чистый пляж с целебной уникальнейшей глиной. Травник с тропой, красивейший пейзаж, сравнимый с замечательной картиной. Ундоры, 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 курорт вам здесь и санаторий. Что хочешь, себе выбирай. Расслабься, лечись, отдыхай. А вот зимою будете, как в сказке, на Новый год веселый карнавал. Катанье с гор на лыжах и салазках. Есть сауна, бассейн, спортивный зал. Ундоры, Ундоры, курорт вам здесь и санаторий. Что хочешь, себе выбирай. Расслабься, лечись, отдыхай. Отличное лечение и обслуга. Захочется сюда приехать вновь. Возможно, вы найдете себе друга, а может, даже встретите любовь. Ундоры, 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 курорт вам здесь и санаторий. Что хочешь, себе выбирай. Расслабься, лечись, отдыхай. Ундоры, Ундоры, курорт вам здесь и санаторий. Что хочешь, себе выбирай. Расслабься, лечись, отдыхай. Александра Куликова. Александра Николаевна, сегодня день космонавтики. Вы личность звездная, поэтому понятно, почему вы выбрали именно этот день. Но скоро будет наш любимый праздник, главный праздник нашей страны. Праздник всех праздников, как праздник вы говорите, да, Александра Николаевна? Праздников, да. Без этого праздника не знаю, что с нами бы было, если бы не было победы. 9 мая. А споемте все вместе «Катюшу». Она известна, любима не только в нашей стране, но и известна и за рубежом. Поэтому вы со мной споете обязательно, я верю, если там пели. А вы-то ж точно. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег.
Спасибо. Александра Куликова, детская образцово-вокальная студия «Карусельки». Мы, юные, пришли сегодня не случайно. Сказали, здесь на сцене юбилей. Кого же мы должны поздравить? Народную артистку! Ну, смелей! Она поет не месяц и не год, поет всю жизнь. Мне это не понять. На сцене Александра Куликова поет уже целых 55. Мы вместе с ней, бывает, выступаем. И нам пример, как нужно выступать, чтоб зрители тебя любили не год, не два, а целых 55. Вот вырасту, женюсь, и детям своим смогу я рассказать, что выступал с народной артисткой, что пела целых 55. Легенда нашей сцены, да нет, императрица всегда на драйве. Это факт. Что пожелаем? Пойте дальше. Не год, не два, еще вам 55. Спасибо, спасибо, мои маленькие, спасибо. Был 89-й год. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? Так, это был 89-й год. Впервые переступив порог Мордовской государственной филармонии, я столкнулся с коллективом, который носил название «Лайми», и был его участником. А руководителем этого коллектива была наша несравненная Александра Николаевна. Вот я тогда впервые столкнулся с работой профессионала на сцене живьем. То есть до этого все было по телевизору. А живьем впервые увидел профессионала вот именно в том году. Вот так, коллеги. Анекдот от Куликовой. Встречаются двое. Один другому. В Саранск приезжает Аркадий Укупник. Но... Вход бесплатный. Пойдешь? Нет. Почему? Дорого. Александра, Александра, Александра Куликова. Это наша гордость. Это наш позитив. Это наш наставник. Это наша совесть. С юбилеем! У Александры Николаевны есть такая традиция. Выступив перед зрителями и собрав все возможные и невозможные аплодисменты, покидая сцену уже за кулисами, звучит ее крылатая фраза. Это успех! 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 Выхожу на сцену, заново рождаясь, позабыв, чем только что жила. Как же этой встречи, встречи драгоценной, встречи с вами долго я ждала. Этот занавес, сцена и свет — мой дом. Появляйтесь почаще в доме моем. Я люблю вас всех, я люблю ваш смех, ваши слезы и аплодисменты. Я люблю всех вас, вы со мной сейчас, это в жизни лучшие моменты. Порою я сама с собою,
одиноко мне, как в страшном сне. И среди таких ночей стали ближе всех друзей и роднее всех родных вы мне. Этот занавес, сцена и свет мой дом. Появляйтесь почаще в доме моем. Я люблю вас всех, я люблю ваш смех, ваши слезы и аплодисменты. Я люблю всех вас, вы со мной сейчас, это в жизни лучшие моменты. Я люблю вас всех, я люблю ваш смех, ваши слезы и аплодисменты. Я люблю всех вас, вы со мной сейчас, это в жизни лучшие моменты. Я люблю вас всех, я люблю ваш смех, ваши слезы и аплодисменты. Я люблю всех вас, вы со мной сейчас, это в жизни лучшие моменты. Я люблю вас всех, я люблю ваш смех, ваши слезы и аплодисменты. Я люблю всех вас, вы со мной сейчас, это в жизни лучшие. Ваше желание для меня закон. Продолжим. Шальная песня озорная на пустой легла перо. Звонкую пою, ковыльной степью кони скачу.
нашей сцены примадонна Александра Куликова! Спасибо за самую высокую оценку! Спасибо! Я хотела бы пригласить и сказать огромные слова благодарности. Весенний юбилейный преподносим мы на бис. Поздравления принимайте, ну вот. И свечи директор Мордовской филармонии. И добра! Дорогого Сергея Николаевича! Ура! Спасибо. Многих надо перечислить. Все, кто работали на этот концерт. А всем артистам желаю, чтобы в моем возрасте они такой же имели успех. Мои дорогие, всех благ. Спасибо, я кланяюсь своей актерской семье. Спасибо, дорогие. Мне с вами очень уютно, комфортно. Счастья нам всем и всем мира на земле. Чтобы дети наши росли, развивались, а мы... От этого получали только радость, счастье, благополучие. Всех благ! Я сегодня счастлива, как никогда. Ну что ж, дорогие друзья, Александра Куликова. И сейчас общее фото. Фото на память. Все поближе, поближе коллектива. Давайте, поближе.